Бюллетень анапчанки Марии Топченко оказался в урне секунд за 30 до закрытия участка. Торопились ради спортивного интереса. По закону, те, кто на 20.00 находится в помещении, имеют право проголосовать. Целый день была занята и по работе, и не по работе, дела, короче. Вот и не успевали, поэтому 5 минут осталось, и прибежали, отдали к долг. Чего бы хотелось? Повышение зарплат, конечно же. Я, как любая молодая мама, у меня ребенок, семья, хотелось бы, конечно, улучшить семейные и жилищные условия. Для города, ну, улучшение, только улучшение. Улучшение в обширном смысле этого слова. После закрытия участков неиспользованные бюллетени пересчитали и погасили, отрезав левый нижний угол. Получившиеся треугольники прикрепили к пачке, чтобы можно было сверить. Первыми вскрыли урны для выездного голосования. Их перевернули и смешали с общей массой, чтобы соблюсти тайну волеизъявления. И дальше начался самый ответственный этап – подсчет голосов.